В эфире «Утро. Карачаево-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро! И начинаем предпоследний день декабря с погоды. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура ночью -3, -8, в горах до 14 градусов мороза, а днем +3, +8 и местами -2, +3. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Черкесске без осадков, ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура ночью -4, -6, а днем 4-6 выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедица. 17 декабря. Ярослав Запашный в Кисловодском цирке. Спешите! Новогодние праздники – это время исполнения заветных детских желаний. Помня об этом, сотрудники регионального управления Федеральной налоговой службы организовали при непосредственном участии коллектива Государственной филармонии сказочное представление для юных жителей республики. За происходившим на сцене наблюдала и наша съемочная группа. Репортаж Артура Мхце. Праздник чудесный, день новогодний. Столь красочного, увлекательного для юного зрителя представления на сцене Республиканской филармонии, кажется, не было очень давно. Любимые детишками сказочные персонажи разговаривали на вполне понятном современной молодежи языке. Ловись, Wi-Fi, большой и маленький. Ловись. О, поймал. Этот спектакль – совместный подарок от руководства регионального управления Федеральной налоговой службы и коллектива Государственной филармонии для детей сотрудников ведомства и юных членов семей мобилизованных жителей Карачаево-Черкесии. Я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю в этом году, чтобы просто было счастье и благополучие, чтобы в каждый дом вошло то, что каждый ждет так и надеется, чтобы каждый мобилизованный солдат, который ушел, вернулся целым и невредимым. Фейерверком слов надежды открывает смело шагни в Новый год, как сказочный сон. Но не забудь загадать свое заветное желание. Действо на сцене держало зрителей в напряжении до последних мгновений. Победа добра снова оказалась трудовой, но безоговорочной, что дало возможность взрослым исполнить детские желания. Был у вас я год назад. Снова видеть всех я рад. Подросли, большими стали. А меня-то вы узнали? Зажженный налоговиками и артистами филармонии новогодний огонек завершился вручением подарков всем юным зрителям. Артур Мхце, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести. Северный Кавказ», затем специальный репортаж. Я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Пусть он порадует вас приятными событиями и подарит побольше счастья и здоровья. До встречи в новом году!